Ну что, съемочка пошла у нас. 16 часов 45 минут. 23 августа 2021 год. Видео, которое заснимала до, оно у меня, к сожалению, не заснялось. Так что вот, ну что сказать. Сейчас я сходила в магазинчик за мои наличные деньги пошопиться. Ах, Татьяна Соломановна шопила с гармонией с собой. А какого мужчину я видела? Ах, такой, как знаете, говорят, знаете, такие блондины на Кавказе. Такой, как блондины на Кавказе. Ах, на Рамзана Кадырова похож в молодости. Только выше. Так вот, Рамзан Кадыров, я такая выхожу из магазинчика, магнит. А он туда входит такой, такой, знаете, на Рамзана Кадырова, Ну да, в молодости, такой же бородой. Ох, это что-то с чем-то. Ох, дорогие друзья, вы много чего пропустили. Начнем с чего? С дезодорантика. Да, дезодорантик. Ох, мне подарили сегодня. Пошопилась я этот проспирант купила, но этот дезодорант. Мне дали в подарок мыло. Ох, это да, знаете, вот это. Сейчас я вам все покажу, да покажу. Так что вот, там поинтересовалась. Рексона. Ох, да. Дезодорант. Покупаете подружки дезодорант, дают вам на выбор или салфеточки, или мыло. Ох, в подарок, чек. Так что вот это в Пятиозерах подружка, 200 рублей положила на мой номер телефона. Зашла в магнит, купила там вафельки, печенье. Сейчас буду, ах, у меня кофе сейчас будет на миллиард. Татьяна Соломановна будет кофе на миллиард. Ах, это Рамзан Кадыров молодости. Ах, это Рамзан Кадыров. Татьяна Соломановна вот так вот сказала, не имея, в общем, в виду ничего. Ах, Татьяна Соломановна просто отметила. Татьяна Соломановна нравится, знаете, вот это вот, как там, Ислер, Габлера, Ислер, вот эти вот, в общем, вот это вот. Надо было как-то немножко вдохновиться, пошопиться. Два сырка, вы имеете в виду, я просто отметила, как он такой, в общем, такой, знаете, с бородой. Ох, не совсем такой Кавказ-Кавказ, ох, какой мужчина. Давайте не будем. Помидоры там можно у женщин по 50 купить. Такое, сейчас бежать не надо за помидорами, еще надо купить там эти помидорки. Так что вот, что там еще у нас. Так, эти помидоры по 50 с чем-то в магните. Вот такие вот помидорки завешивают на кассе. Что я еще купила? Бананчики. Ах, этот Питасиум, бананчики. Бананы в ассортименте, больше фруктов. Хотя сама нужно больше фруктов кушать. И, конечно, виноград по 100 с чем-то рублей. Виноградик. Купила все это за мои наличные деньги. Сюда кладу, что тут еще у меня такое лежит. Вот еще одна помидорка, Так, и мыло. Ландыш, ах, супер ландыш. Спросила на кассе, там цены не было. Там, где я брала, я у них же неоднократно. Упаковочка 16 рублей. Ох, токси-детокси, омолаживающая ландыш. Мыло омолаживающая ландыш. Самое главное, 90 псалом прочитать. Прочитайте 90 псалом и будет омолаживать. Только нужно знать, сколько раз читать. Ну, это, знаете, вот это вот. Эффект плацебо. Кого-то омолаживает, кого-то, в общем, не омолаживает. Так что вот. Сегодня смотрела такой видосы Натальи Борисовны Правдиной. Она говорила, да, посмотреть в зеркало и сказать, да, дорогая моя, я сделала тебя счастливой. Вот так вот она советовала, такой практикос сделать. Так что вот, я так понимаю, счастливый, знаете, богатый, состоятельный, чтобы купить виллу, знаете, вот это вот, преподавать, понимаете, позитивное мышление, путешествовать, эти семинары, ах, какой Тони Робинса. Собирать эти залы, стадионы, и, знаете, вот это вот, и огромные деньги, миллионы, миллиарды. И покупать эти особняки, 3 этажа, вот этот вот, в Турции, короче, вот эти вот, как называется, дома. Так что, и, конечно, шикарную вот эту, всякую косметику. Ну, дезодорантик мне был нужен, так что вот, просто красотень. Сейчас вам здесь покажу такая видео-шот, потому что, не знаю, запишет мой такой эксклюзивный компьютер. Он как-то немножко сегодня вот это вот, как увидел пожарную машину, так что-то как-то он это, пожарная машина здесь сегодня стояла, как увидел пожарную машину, как-то он что-то вот это вот
наверное, сигнал из космоса сбила эта пожарная машина. Кого-то там пожарная натушили, там пожарная машина стояла на Шанс-Элизе. Так что вот. Здесь все у нас шикарно, просто шикардози. Шикардози. Так что вот. Спешите за покупать. Только не знаю, там что, наверное, за покупку делают подарки. Ох, подарки. Так вообще вот это нравится, когда подарки, понимаете? Подарки. В общем, как-то вот так. А так у меня грандиозная вот эта вот грандиозная уборочка. Такая грандиозная. А здесь у меня свет выключен. Так я включу как-то вот так вот. Сейчас вам здесь покажу. Так себя. Ох, такая красотка. Просто звезда. Просто суперзвезда. Может быть, надо было, конечно, открыть, в общем, эти. О, даже жарко. Мне стало, знаете, такая, прямо, знаете, так жилеточку одела, так достаточно тепло. Стало мне тепло, в общем, погуляла. Ох, это я такая вообще, знаете, вот это вот. Я сама не привыкла, знаете, как в ночные клубы, знаете, в золотые свитера. Такое, знаете, все такая на шикардозе, как будто такая супер VIP. Такая будет вот это вот. Я сама она привыкла, это супер VIP, понимаете, вот эти вот дорогие свитера в золоте. Вообще-то я сама она любит такое поталить, золотить. Так что вот. Немножко такие хозяйственные вопросы. Ох, мой ресторан La Cafe de Beauty. Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудит. И 8 минут позитивчика со мной, с Татьяной Салмановной Мактум Сайфудин. Так что будем на позитивчике. Что у нас здесь? И, судя по всему, я по магазинам ходила больше, чем 45 минут. А, еще 200 рублей я положила на этот... На мой номер телефона, в этом очень любезный такой мужчина предлагал мне вот это вот там интернет, там какие-то вот эти вот скидочки, что-то там такое с интернетом. Вот здесь 25% еще скидки, это чек, между прочим. Чек на покупочку, не знаю, видно там вам, не видно. Чек на покупочку дезодоранта. Дают, как говорится, подарок, как я уже сказала. Что вот чек из магазина «Подружка», название какое, ах, это «Подружка». И что тут здесь еще дают, 25% на что-то скидочку, имеется это в виду. Ну, чек, я не знаю, зачитать, я раньше такие чеки как бы зачитывала. В общем, в моем лайф-джорнале сейчас я этим не занимаюсь. Вот, ну что, сейчас, в общем, кофейку попью, ох, да,